Первое отделение откроет фортепианное сочинение «Богатели». В переводе с французского языка слово «богатель» означает «безделушка». Именно так когда-то, наверное, в шутку назвал свою маленькую легкую пьесу для клавира французский композитор Франсуа Куперен. А чуть позже, несколько десятилетий спустя, с легкой руки 12-летнего Бетховена, потом он сочинил 3 цикла «Богатели». Этот жанр стал очень популярным и распространенным. К богателям обращались Антонин Дворжик, Анатолий Лядов, Антон Веберн, Николай Черепнин. И, конечно, можно понять, что молодой композитор, студент Московской консерватории Леонид Бобылев не смог отказать себе в искушении попробовать силы в этом заманчивом музыкальном жанре. Он написал богатели в форме вариаций и посвятил их своему учителю, Эммануилу Давидовичу Куманскому. Эти богатели уже звучали здесь, на этой сцене, примерно 10 лет назад. И как тогда, сегодня они прозвучат в исполнении автора. Богатели в рояле автор Леонид Бобылев. Thank you.